Минский район, поселок Опытный, улица Центральная. На этом фонаре лампочка уже очень давно не горит, никто не меняет. Вот начинается территория, с которой вообще не установлено фонарных столбов. Дети в темное время суток подвергают опасностям своей жизни. Посмотрите, какое расстояние большое им приходится идти вдоль леса. До общественной остановки. Не горят фонари также возле детского онкологического центра. Фонари установлены, но света здесь очень давно нету. Все, кто идет этим маршрутом, также идут в темноте. Вот, посмотрите, вдоль всего центра фонари не горят.